Здарова, здарова, народ, канал Сервифок, сегодня топаем на реку Десну, попробуем ловить на летнюю мормышку, взял 5-метровую удочку, зимние кивочки, летних у меня нет, придется немножко сейчас поколхозить, посмотреть как, что, куда, ну и посмотрим, что из этого получится. Вчера ездили в Воронова, ловили карасика на фидер, довольно-таки удачно, карася много, клюет активно, к сожалению, не взял. Я камеру по этому материалу отснять не получилось. Вот. Ну, посмотрим, что получится с сегодняшней рыбалки. Комара очень много, блин. Едят, не едят, а надкусывают, хрустят аж, блин. Все, погнали. Ну, расскажу немного про снасть, на которую будем ловить. Основная леска на 12. Мормышки, на которую будем ловить, это у нас чертики. Гвозди кубики, гвозди шарики, всевозможные, на которые я ловил зимой. Единственное, только граммовка там будет немножко другая, чуть-чуть побольше, грамма, наверное, 4-5, такие потяжелее. Подсадка у меня будет идти опарыш, потому как мотыля у меня не осталось после рыбалки. Все расстрелял на карасе, вот, но лук купить не успел. Ну и боковой кивок будем ставить зимний, потому что летний я сделать не успел, времени не было. Так что такие дела, я не знаю, что из этого получится, но надеюсь, что-нибудь получится. Рыбу увидим, поклевки увидим, поклевки точно увидим, рыбу тоже увидим, надеюсь. Все, погнали. Берега вот такие крутые, блин, тяжело здесь пробираться. Боков мало бывает, обрывисто. Местами можно подойти, местами нет. Здесь все заросшее кувшинками. На таких прекрасных местах рыбы стоит. Поклевок очень мало, буквально там 3 штуки было. Одного поймал, карасика небольшого. Сейчас посижу, попью кофе, пойду дальше. Ну, туда за поворот. Там была раньше дорожка вдоль берега. Сейчас попробуем посмотреть, есть там что-нибудь, нет.
Короче, сейчас сижу, балуюсь с кофейком. Решил сделать небольшой привал. Поймал одну подвичку, одного карасика. Причем карасик был довольно-таки неожиданный. Ориентировался все-таки больше на плоту, нежели на карася. Вот. Мормышку использую гвоздикубик. Подсадка у меня идет опарыш. Поклевки есть. Поклевки именно на свалах, довольно-таки на глубоких местах, на среднем течении. Сейчас вышел такой, на небольшой такой омут. Сейчас посижу, пока отдохну. Пройду еще 100 метров, наверное. Попробую. Время у нас 8 часов. И на обратном пути поменяю мормышку. Попробую на другую мормышку. Светлого цвета. Поставить, попробовать на нее. Будет, не будет. Так, в принципе, уже неплохо. Поклевки есть, рыба есть. Причем там, где я на фидер ловил, ниже, на изгибе, где попадался подлещ, подвичка, там вообще ни одной поклевки. То есть на быстром течении поклевок нет, только на среднем, ну или на обратках. На обратках еще, да, выстреливает иногда. Пока как-то так. Мошка достала. Ужас какой-то. Комара меньше, это уже радует. Народ, на сегодня все, дошел я до точки, до которой хотел дойти, до мостика. Перемахнул снасть, попробовал другую мормышку, вернулся обратно, безрезультатно. Я извиняюсь, я немножко подустал, жарко очень, распарило. Вот сейчас собираюсь обратно, сейчас чуть-чуть попью водички, пойду обратно, очень жарко. Прям время 9 часов, уже невозможно. Сейчас буду раздеваться, переодеваться, собираться в сторону дома. Поймал две рыбки, одного карасика, одну плотвичку. Все поймал на гвозди кубик, поменял еще 4 мормышки, и в итоге больше ничего не было. Поклевки перестали, наверное, час назад, где-то до 7 часов поклевало, и все. В принципе, все, я надеюсь, было интересно. Всем спасибо за просмотр, всего самого наилучшего. Пока-пока.